Здравствуйте! Э, в этом видео я покажу вам классное приложение для рунных слов в Diablo 2. Вот э, называется оно Rune Words for Diablo 2. Вот, вот оно, вам придется его скачать. У меня оно уже скачано, я его открываю. Э, так, и тут чем классно, мы можем задавать сразу, какие руны у нас есть. То есть выбрать, вот мы выбираем, например, какие руны у нас есть каких у нас нету и нам потом показывает выбираем оружие соответственно ну, что мы хотим оружие или щит или э, или вот молоток или э, скипетр или еще что-то э, для чего мы хотим и нажимаем вот рун э, find например вот для, для щита и нам показывает что мы можем собрать с этими рунами вот этим очень удобно ну и соответственно описание каждого рудного слова что это будет что оно даст вот. Очень удобное приложение, очень классное. Можно даже вот здесь выбирать, например, на Grand Aura, что-то, если хочешь, для Grand Aura. То есть... Вот, Resist All, там, если хотим что-то на All Resist, то... И вот нам все выберет, что добавляет. Вот видите, All Resist плюс 50-70, то есть и в каждом здесь будут All Resist. То есть... Очень удобное, классное приложение, если вы играете в Diablo 2. Поставьте видео лайк, если оно вам понравилось, было полезным. И подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание.